В вашей квартире не установлен обратный клапан? Давайте поговорим о последствиях. В многоквартирных домах перепады в системе водоснабжения неизбежны. Причины? Например, открытые краны в нескольких квартирах одновременно. Это может приводить как к исчезновению горячей воды, так и появлению ее в кране для подачи холодной воды. Последнее особенно неприятно, потому как есть риск ошпариться. Что же делать? Проблему решить поможет установка обратного клапана, который не допускает движения воды в обратном направлении, защищает систему от гидравлического удара, а также продлевает срок службы приборов учета. Но есть сложность с установкой клапана в квартирах с уже готовым ремонтом, потому как шахты, в которых расположены счетчики, часто закрыты гипсокартонной стеной и кафелем. Вскрытие и установку вы можете произвести как самостоятельно, так и совместно с сервисной компанией. Компания направит сотрудника для проведения работ на платной основе, но восстановление отделки – это ваша задача. Вывод. Чтобы у вас и у ваших соседей не возникало проблем с системой водоснабжения, лучше устанавливать обратный клапан до начала ремонта. Ваш BI Clients.